как человеку понять самого себя. Через контакт с внеземным разумом. Эй, где вы все? Здесь гости, прием. Таких, как ты, опасно пускать в космос. Там все чересчур хрупко. Да-да, вот именно хрупко! Если увидите нечто необычное, держите себя в руках. Помните, мы не на Земле. Я боюсь, что то, что произошло со мной, это только начало. Это не безумие. Здесь, скорее, что-то с совестью. 5 и 6 ноября в 14:30 смотрите в эфире ННТВ один из величайших фантастических фильмов за всю историю мирового кинематографа. Драму режиссера Андрея Тарковского «Солярис». Мне страшно. Никто этого не сможет понять. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn.